Президент Садыр Джапаров провел внеплановую проверку хода строительства многоэтажных домов, которые возводятся в целях предоставления жилья нуждающемуся населению в рамках государственной ипотечной кампании в городе Бишкек. Главе государства доложили, что 11 многоквартирных домов, в которых всего насчитываются 986 квартир, будут полностью сданы в эксплуатацию в сентябре следующего года. Каждый из этих домов состоит из 18 этажей. На строящемся участке будут построены 39 многоэтажных домов, которые будут переданы гражданам на льготных условиях в рамках государственной ипотечной программы. Президент подчеркнул, что особое внимание следует уделять качеству строящихся домов.